мы говорим о том, чтобы выполнять действия. Трапезы, разные собрания — это то, что подходит нашему состоянию сейчас. Есть товарищи, которые страдают от таких действий, вообще от собраний. Что с этим делать, с такими состояниями? Я их понимаю тоже. Но нужно понять, что собрание — это вещь очень продвигающая. И каббалисты уделяли этому много внимания и говорили об этом и писали. Поэтому я рекомендую все-таки всем участвовать. И в реализации вот этих собраний, разных там собраний, соединений, мы почувствуем буквально, как это на месте добавляет нашему кли, наполняет его и увеличивает его. Это очень эффективно.